Ребята, привет всем. Привет от старых штиблет. Я дядя Эдик. Ну что, давайте, ребята, поиграем в автоматы. Играть будем, конечно же, в Вулкане. Если кому-то, ребята, интересно, что за казино, под видео там я ссылку оставлю. Либо в описании, либо в комментариях. Кому интересно, в общем-то, найдете. Кому не интересно, не ищите. Автомат сегодня Aztec Empire. Не знаю, как переводится, как обычно. Ребят, черканите в комменты, как переводится. Ну, Aztec, понятно, индейцы там какие-то. Не знаю английского, не знаю, как переводится. Так, сотка на счете. Я подозреваю, что это автомат что-то типа пирамид, наверное, да, ведь, ребята? Наверное, клон, скорее всего, пирамидки. Так, что, давайте смотреть, что там у нас. Максимальная ставка 10500, блядь. 21 линия. Давайте 4200 сделаем ставка. Нормально. Посмотрим, как пойдет, а там дальше подумаем уже. Ну что, пизданем по бездорожью, как обычно. Ага. Ну, бонус, понятно, вот, бонус, блядь. Такая еще музычка играет, блядь. Так, 2000, да? Что у нас, удвоение-то есть вообще, нет? Удвоение я что-то, ребята, не вижу. Ну, может, и к лучшему даже, блядь. Давайте заберем, блядь. Две тысячи. О, что там, 24 тысячи. Так. Ну, уже что-то. Что у нас там, 90, да? Ладно. О, лягухи. Лягуха, ебать тебя, в ухо, блядь. Три. Тысяча. Восемь тысяч. На бы бонуску увидеть. Давай, родной, блядь. Не будь жопой расчехляться. Во, во, что там? А, блядь. Четыре всего. Восемь четыреста. Какие-то птички там еще сыграли. О, ребята. Вот он, блядь. Нахую, блядь, намотан. Так, вы выиграли бонус игру. У вас есть три попытки, чтобы отыскать лучший множитель. Игру можно закончить на любой из попыток. Отыщите алмазную пирамиду, чтобы перейти в суперигру. Нихуя. Что надо сделать-то? Ага. Хуя, что творится? Я ничего не понял, что произошло. Подожди, что у нас там? Счет, общая ставка. А, ваш выигрыш 84 тысячи. Вот он, внизу написано 84 тысячи. Сто пять тысяч. Так. Блять. Ваш выигрыш ноль, сука. Так, или что, я что-то не догоняю, может, блять. Вы пройдите все. Все пять уровней, начиная с нижнего, чтобы получить главный приз, открывая плиты, чтобы найти множитель.
Змея завершит супер игру. Бля. Сука. Что за хуйня-то? Я нихуя не понял, но было интересно, блядь. Сука, блядь, ёбаная чахотка, блядь. Я вот реально нихуя не понял, но было очень интересно, блядь. Ёбаный по башке, блядь. Ну и что мы будем дальше делать? Нихуя, блядь, я в шоке, нахуй. Подождите, ребята, нахуй. Что тут, блядь, понять, что, сука, делать-то, нахуй, дальше-то, блядь. Что, еще будем играть или что, блядь? Охуеть, блядь. Пиздец, блядь. Сука. Сейчас уже вообще все похуй, что там выпадать будет, честное слово, блядь. Ребята, черканите там, блядь, комменты, что, блядь, произошло-то? Что на бонусах, блядь, случилось-то, нахуй? Откуда столько насыпалось, блядь? Я нихуя не вкурил, блядь. Сука, я эти автоматы, блядь, не понимаю. И обезьянки, ладно, блядь, родные, там, клубники, хуики, резиденты всякая, шняга вот это, блядь. Ну, пиздец, блядь. 12. Чё, блядь, я не знаю, чё, играть или тормознуть, нахуй? 2, блядь. 1000. Сука, чё же делать-то, блядь? 2000, блядь. Охуеть, блядь. Я вообще в ахуе, блядь. Зашли, блядь, поиграть нахуй. Сходили, блядь, за хлебушком, да? Что же мы будем делать? Блять, у меня вообще, ребята, я завис нахуй, я не знаю, что делать. Мы играть-то будем или нет, блять? Или тормозится, вон, блядь, у нас 800, нахуй. Подравнялись, блядь. Чё делать-то, блядь? Где тётя Галя, сука? Где, кого спросить-то, нахуй? Блядь. Чё-то я не хочу играть. Или хочу. Ребят, знаете что? Давайте по максималке. 10-500 ставка, блядь. Соточку въебем, ну если не даст ничего, ну и хрен с ним, как говорится. И так в плюсе, блядь. Причем нихуевым, блядь. А прикиньте по этой ставке, блядь, бонус затащить. Я пиздец, я, наверное, охуею тут, блядь. Ладно, давайте соточку всадим, нахуй. Нет, нет, блядь, да и хуй на него, блядь. Блядь. Где еще одна-то пирамидка, блядь? Десятку выиграли.
пятерка. Двадцать одна тысяча. Опа. 45 тысяч, блядь. Что у нас там? 778. Да. Блядь. Где, сука, третья? Блядь, 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 блядь. Я аж вздрогнул, нахуй. Думал, бонус, сука, по этой ставке. Ой, блядь, намотало. Ёбаный в рот, блядь. Десятка. Тридцать одна. Две пятьсот. Две пятьсот. Блять. Не, нихуя, короче, вот что, блять. Не хочет, нахуй, сука. Жалко. Жалко. Так, что у нас там? 704. О. Ух ты, ебать, копать. 8 тысяч выиграли, нахуй. Так, надо не проебать как-нибудь. Так, 702. Сейчас подравняемся. Ну и все. Ну и дальше мы не будем играть, ребята. Блядь, нихуя. Но у меня, ребят, есть теория, что если какие-то выигрыши бывают крупняки, то это... Ну, это теория, это, блядь, я не знаю, как это все работает на самом деле. Я думаю, что в него въебали просто хорошо этот автомат. То есть, может, не один человек, может быть, там, блядь, 25 человек въебало. А ты пришел по крупнику, просто собрал все нахуй, там, лимит, который он должен отдать, блядь, наверное. Ну, я думаю, что это так работает. Я не уверен, нахуй. Ладно, ребята, стоп-игра. Давайте не будем жадничать. Ну что, друзья, ссылка на казино в описании, в комментариях, там, найдете, кому надо. Ну все, давайте, удачной игры. Умейте, ребята, вовремя останавливаться. Иначе вообще смысла нет играть. Давайте, пока, ребята, всем удачи, блядь.